Фил, расскажи, что случилось. Это настоящая сенсация, то, что сегодня произошло. Я говорил, что будет какой-то апсет. Апсет случился, к сожалению, на нашей команде. Факт. Нет ощущения, что перегорели после игры с Броуками и была сильная самоуверенность. Не угадали с составом. Я скажу, что просто. Просто чуть-чуть не угадали с составом. Ничего. Что дальше? Иди второй сезон. Сделаем работу над ошибками, чтобы такого больше не было. На МКС вас можно ждать? Не знаю, я разговаривал с Геланом по этому поводу. Посмотрим.